В республиканской клинической больнице появился новейший эндоскоп. Благодаря нему можно удалять камни по уникальному методу, который впервые в России освоили дагестанские врачи. Это длинный тонкий провод, на конце которого цифровая камера. Устройство легко может попасть в самые труднодоступные места – протоки поджелудочной железы и печени. И это без единого разреза. Мы заходим, уже полная визуализация этой же камерой, отдельным эндоскопом заходим в этот холедр. Видим камни, дробим, вытаскиваем. Полное, то есть у нас можем взять анализ, биопсию, если что-то растет. Первые операции на суперсовременном оборудовании прошли под руководством приглашенного из Москвы профессора Станислав Будзинский, доктор медицинских наук, стаж врача более 15 лет. Мы сегодня планировали это раздробить камни с помощью электрогидравлики. Однако получилось еще более интересно. Ну, насколько я знаю, впервые в России выполнили дробление не только этих камней, которые были в желчном протоке, но и камней в желчном пузыре. Выполнили... Этого не было в России? Нет, этого в России не было. Именно эндоскопически через просвет в желчных протоках, то есть через эндоскоп, этого не было. Выполнили успешно, хотя такая долгая операция, 3,5 часа, но тем не менее, вот сейчас завершили. Такие операции войдут в обычную практику врачей больницы. Здесь отмечают, это большой прорыв, в частности, в эндоскопической службе. Ведь новый метод позволяет обойтись без травматичных открытых разрезов, а риск осложнений сводится к минимуму. Наша эндоскопическая служба именно нашей больницы является ведущей, так как первое отделение в Дагестане было у нас. Мы проводим все манипуляции, и сегодня вот нам посчастливилось получить новые аппаратуру и новые навыки. Кроме того, медики планируют стать участниками первенства России по эндоскопии. Там они представят интересный клинический случай на суд зрителей и жюри. Фатима Тханапова, Мурат Бекбарзов, новости ННТ, Махачкала.